И полночь наступает, и земля вся замирает. О том, что такое Рождество и почему так важно ценить то, что живет вокруг. Именно об этом пели и читали стихи в праздничный вечер воспитанники образцовой студии эстетического воспитания «Океан». Каждый год эти талантливые ребята радуют жителей и гостей областного центра интересными поучительными постановками и своим искренним профессиональным творчеством. Мероприятие уже успело стать визитной карточкой города, уникальным в своем роде совместным проектом представителей системы образования и духовенства. Прежде всего, это мероприятие – это день рождения студии «Океан» нашего центра. 22 года назад, именно в предрождественские праздники, появилась эта студия. Поэтому, несмотря на вызовы современности, оставить детей без дня рождения, без праздника было бы, наверное, неправильно. Мы, конечно, привыкли, что к нам приходят высокие гости, всегда очень много зрителей. Но в этом году мы решили провести все тихо, спокойно, обращаясь к всеобщему порыву, когда мы думаем прежде всего о ближнем. Больше 20 лет существует в Бресте образцовая студия эстетического воспитания «Океан». За это время через коллектив прошли десятки талантливых молодых людей, которые не только открывают здесь новые творческие навыки, но и получают знания в вопросах веры и религии. Внутреннее единение, которое педагоги взращивают в учениках, чувствуется и на сцене, а поддерживают за кулисами родители. Они же главные гримеры, главные костюмеры и главная поддержка для своих детей. Студия, даже наша семья в потому что это очень такой ценный, значимый шаг, во-первых, это для ребенка. Ребенок с удовольствием приходит. В любое время, в любую непогоду она всегда. Руками и ногами только визите меня заниматься. Поэтому первое, главное, чтобы ребенку нравилось, чтобы она себя здесь чувствовала уверенно. Наши педагоги всегда относятся ко всем, с душой, они их любят, они, не знаю, как свои, как родные. Поэтому ребенок развивается, он становится взрослее, умнее, учится. Конечно, эпидемическая ситуация не позволила собрать большой зал зрителей, как это было много лет ранее. Но и на это ограниченное количество мест достать пригласительный билет было непросто. Люди стремятся попасть на это доброе, светлое представление. Ведь о вере и душе здесь говорит все. Музыка, стихи, постановки и, конечно же, обстановка. Ведь открытое сердце тонко чувствует и подмечает все хорошее, чтобы впитывать его, а после делиться с другими. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Буконович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».